Okay, hi, I'm Johan from Kiev. Welcome to somewhere in the forest, in the middle of a forest near Moscow, to the MMS conference. It's been really impressive, very, very well attended, with I think more than 130 dealers and installers from all over Russia, which is very heartening to see. Здравствуйте, я Йохан, представляю компанию Kiev. Сейчас мы находимся где-то в середине леса под Москвой. Здесь проходит мероприятие компании MMS. Я очень впечатлен, народу приехало очень много. Много дилеров, много инсталляторов, по-моему, больше 130 человек. What we wanted to convey today in our Kiev presentation is really a general spirit of Kiev's view about the market, not only Russia but worldwide, where we are taking our brand, because it is clear that consumers are starting to behave in different ways when they handle their home entertainment. О чем мы хотели поговорить сегодня в нашей презентации? Конечно, я хотел передать дух компании Kiev, нашу философию, и также поговорить о том, куда движется рынок. Не только русский рынок, но и мировой рынок. Как ведут себя покупатели? Потому что очевидно, что сегодня их поведение меняется, и меняется значительно. Of course, we presented some of our high-end products which have been seen before and quite well known now, like the Blade and our brand new R series, but also some special new things which we have more recently produced. Сегодня мы представили аудитории как наши широко известные колонки high-end класса, такие как Blade или серия R, но также и совершенно новые новинки, которые появились только что. On the one hand, we showed our LS50, loudspeaker 50, a specialist small two-way mini monitor, which is causing great excitement around the world. Во-первых, мы представили нашу колонку LS50. Это двухполосный маленький монитор, который сейчас вызвал сенсацию во всем мире. The idea behind this product is that it is purist, it's simple, but it is very high quality, and most important of all, it is affordable to normal people. В чем же идея этого продукта? Это чистейший продукт, продукт высочайшего качества, но одновременно это продукт, который доступен большинству людей. The idea is that we produce an affordable, high-resolution monitor, which is really remade in the spirit of the world famous BBC monitor, where all the drivers were Kiev. Когда мы разрабатывали эту колонку, мы хотели предоставить публике колонку высокого разрешения, которая была бы аналогична монитору, который когда-то делался для компании BBC, и в котором использовались головки исключительно производства компании Kiev. The BBC monitor, the LS35A, it is still good and loved today, but it is a 40-year-old design. So what we wanted to do is, as far as possible, shoehorn all our latest technologies into a high-resolution monitor for today, a kind of modern interpretation of this classic. Колонка-монитор для компании BBC, о которой я говорил, это колонка LS35A. Это отличная колонка, она до сих пор хорошо звучит сегодня, но надо понимать, что ей уже 40 лет, и мы хотели создать новую колонку, аналогичную ей, но которая бы включала в себя все современные технологии, которые мы разработали за эти годы.